Друзья, всем привет. Короче, шо, сегодня уже управились. Катя уже пошла домой. Время, сколько там, не видно, чтобы вы видели. Это уже 10 часов без 15. Спрашивали, я все забываю, друзья, за... Спросили за вот этот кожух, почему. Я думал, что он будет работать, но... Намного лучше вот так, отдает тепло по всему этому. Да, там немножко холоднее, но в общем теплее намного. То есть, когда стоял этот вентилятор, тот сильно мощный, и он очень быстро остуживает эту трубу. И получается, он гонит, хуже. Он гонит просто холодный воздух. И все тепло, оно там в трубе, клац, и улетело. Оно не успевает нагревать вот эту трубу и улетучивается. То есть я когда сначала сделал, вот этот верхний кожух, он тоже был горячий. Я думаю, вот, хорошо, он будет отдавать сюда тепло и гнать туда теплый воздух. Но так не получилось. Немножко слабее бы вентилятор, но у меня такого нету. Ну, я думаю, пока нормально. На следующий год, в этом году постараюсь сделать еще хотя бы 2-3 метра трубы кинуть. И будет шикарно. Проволока у меня вот такая есть. Вот я сделал чистилку. Потом кину ее просто, чтобы она была внутри. Кусок проволоки достал, пошоркал туда-сюда и все. Или с двух кусков, допустим, сделаю такую же пробку. Что-то придумаю, друзья. На следующий год здесь вообще будет Ташкент. Так, все, всем дали покушать уже, козулькам, свинулькам. Все, Квитулечка, отойди. Друзья, чернуха. Короче, уже не чернуха, потому что, да, мы уже вот это, и вы пишете, и мы сами уже думаем, не знаем, что и этот. Она уже не чернуха, она Машка. Машка. Эта рыжуха так и будет. Ну, гляньте, друзья. Небо и земля. Гляньте. Что эта машина, они должны быть две одинаковые. Гляньте, вот, за две недели. Вот такой вот результат. Не знаю, посмотрим еще немножко. Но вроде немножечко сегодня покушала. Яичко скушала сама. Каши немножко собачьей мы ей дали. Вареная. Мы сейчас добавляем немножко рыбьего жира, он пахнет хорошо. И, то есть, она немножко кушает. Уже сама встает, когда мы приходим. То есть, ждем еще немножко, и потом уже что-то будем решать. Так, друзья, сегодня еще мы покололи поросят уже второй раз железом. Матильда, не стал уже вам показывать, вы же знаете как... И, друзья, еще хочу сказать, Васе мы обкусили клыки, потому что сосед его, вот он, по-моему, он ему покусал уши, соседу, или соседка, я не знаю, покусал, уши. И мы думаем ему убрать, убрали. И я обещал, что я его сважу, друзья. Я его сважил. В нем ровно 1,960 кг. То есть Вася уже набрал 100 кг. Или сколько он набрал, я не помню. Да, по-моему, он был 960, что-то такое. Или 980. Килограмм уже набрал, друзья. Вот сколько им они родились. Я не знаю, не помню. Голова сейчас не работает. Уже поздно. Дней 10 им получается. На третий день кололи и через 7 дней. Да, 10 дней им. То есть за 10 дней набрал килограммчик. Ничего страшного. Эти, конечно, все остальные такие кабасики нормальные. Все, да? Да, свинюки вы маленькие. Я им соломки вчера подкинул. Такие они, ребятулечки. Уже играются с цепком, с вот этим. Матильдочка, молодец.
Очень хорошая мамка. Ложится аккуратно. Молодец, молодец. Молочко есть. Кушает нормально. Вот такие слоники. Друзья, закрывать. Я думаю, смысла им нету закрывать. У них под лампой здесь тепло. Плюс они, ну, ложатся в кучку. Сейчас они нагреются и заснут. Я думаю, им там нормально. В сарае тепло уже. И насчет печки еще я там немножечко скажу. Обратил я внимание. Короче, хватает ее так, чтобы она хорошо отдает, когда тепло. Ровно 4 часа. Вот я полную нагрузил. 4 часа. То есть, я сейчас буду уходить. Подкину. Потом, перед тем, как ложиться спать, ну где-то это в час. Пройду еще раз подкину. И встану в часиков 5, еще раз пройду. Ну, вот так вот буду ходить. Так, а ну-ка. Ну да, друзья, вот 10. Блин, где он тут, не показывает. Ага, вот, 9. Влажность слабенькая. Ну, а у них там еще теплее. У них там под лампой градусов, я думаю, больше 15. Плюс они сами в кучку. Эти архаровцы сегодня вырвали пол. Еще пришлось делать. Ну, уже лягли спать. Завтра тоже буду у брата на хозяйстве чистить. И здесь же у себя опять все почищу. Ну, на своем хозяйстве. Потом еще перед приездом брата тоже у него почищу там. Ну и здесь я у себя чищу каждые 2 дня приблизительно, плюс-минус. И там также точно буду чистить. Я думаю, соломки подкидал и нормально. Ну, уже так тяжеловато, конечно. Но больше всего выматывает вот эта дорога. Туда-назад. Сегодня ехали, видели, 2 машины в кувет слетело. Мы одному остановились, и там еще один мужик остановился. Говорю, что-то помахти можешь. Он говорит, а что мы сделаем? Ничего мы не сделаем, реально. Ну, он, видать, какую-то технику вызывал. Короче, так вот. Поэтому очень, очень внимательно, аккуратно еду, потому что именно лед. Бывает, где-то уже солнце, оно так, вроде уже как асфальт. Нормально, можно даже соточку притопить. А где вот этот лед, страшно очень. Особенно ночью, вообще он светит, как этот. Точно, что на коньках можно ехать. Ну, короче, друзья, и осталось немножко. Я думаю, завтра, если солнце будет светить, вообще асфальт весь, ну, разобьют полностью. Будет нормально. Ну, а пока потихонечку ездим. Так, этому архаровцу тоже дали. Такой он активный стал, парниша. Тьфу-тьфу-тьфу. Эти тоже архаровки. Уже сиськи себе этот постирала. Ну, этим же шпрыснули им. Ай-яй-яй-яй-яй, ты же там будешь спать. И уже на этот, нашуровала. Милка. О, такая козюка. Гляньте, какая она толстая такая стала. Вообще, мне так нравится. Это еще худенькая, потому что еще доим. Скоро будем переставать. Ну, она всегда такая, друзья. Она у нас всегда такая. Когда, ну, перед окотом она набирает вес, потому что не доим ее. А сейчас же она доится. Ну, кушает нормально, все как обычно. Мы ей даем, да. Ну, а это, конечно, вообще, гляньте, какая. Как корова у брата. Вот такая милочка. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Намололи еще сегодня, пока я тут занимался. Катя, ну, я ей наколотил, она засыпала. Вот так вот. Короче, тазик набрали, мешок и этот. Завтра у брата попросил, возьму немножко, попробую БМВД. Этой чернухи с рыжухой буду давать, может она будет лучше кушать. А, он еще, он открывает двери. Я вот поставил защелку, чтобы закрывать, а то он открывает двери и сюда заходит холодный воздух. Дайте шалпан сделай, паразит. Опа. Вот так вот. Ага. Ага. Так, друзья, никак я там не доделаю, но я думаю, здесь у меня уже половина там готова, и видео половина готова,
Но никак я не доделал. У брата закончим, я сразу сделаю. Тут осталось, я же говорю, немного, полдня где-то. Ну, никак у меня не хватает сил. Потому что только соберешься то делать, хоп, надо молоть. Сегодня пришел, смотрю, доску оторвали. Пришлось сделать им доску. Пока доску сделал, здесь же тоже закрыл. Вот там дырка была, я ее и закрыл. Думаю, буду все равно доски пилять. Пошел там, достал, у меня шалевка есть. Ну, короче, о, друзья, вот они все. Архаровцы, гляньте. Вася. Видите, Вася, он? Он не туда попал. Василечек, ты не туда попал, мальчик. Ты не туда попал. Давайте я поправлю. Маленький мальчик. 1,9 кг, ты не туда попал. Вот, иди, вот. Вот так, давай, вот. Да, видите, он его покусал. Видите? И этого что-то. Ну, который возле него рядом, он покусал. Эти все, видите, не покусанные. А этот покусанный кабасик. Ну да, если Вася почти 2, в этом вообще, наверное, уже 4. Да, такие хорошенькие. В этом вообще, наверное, 4,5. Ну, пока мы не будем их взвашивать, да? Вася, эти в 2 раза больше. Ну, такие кабасики и свинки. По-моему, у одного этот, грыжа, не помню у какого. Ага, вот у этого, наверное, грыжа. Потому что он у него на лобе что-то. По-моему, у него грыжа. Ну, это если что, брат сделает. Я не переживаю. Я то сам не смогу, а брат сделает. Все, вот, и вот она их кормит. Все, все, присосали все. А ну сейчас. Все, едят. Вот, прошла жара. Едят. Видите, у этого и у Васи хвостик закрученный. И этот уже опустил, и Вася раскручит. О, кушает, кушает. Василечек, гляньте. Вот такой мальчик. Все, все, покормила, это сразу убегаю. Все, самые умные сразу убегают туда. Я им, наверное, сейчас еще соломки туда подкину. Уже не будет. Все, друзья, показал всех. Рассказал, что спрашиваете. Я там по возможности буду вам рассказывать, что как. Ну, чтобы вы все были в курсе, что как у нас происходит. Потому что сейчас и там у брата на хозяйстве, и здесь. Короче, работы навалилось много. И, кстати, там же ж брат, мне один человек написал, я хочу просто, я думаю, многих это интересует. Да, я нигде не работаю на данный момент. Но летом вот я работал, делал квартиру. Я там немножко заработал. Друзья, вот посчитайте, кукурузы я собрал где-то 20 тонн. Это минимум. Я уже точно сейчас не вспомню, у меня все записано. Ну, приблизительно, да. Да, 20 тонн. Где-то минимум. Вот тогда, когда я собирал, она была, по-моему, по 40 гривен я продавал ведро. То есть я имел с мешка, получается, 80 гривен где-то чистыми. С одного мешка. То есть я мешков собрал очень много. Это с мешка качанов. То есть у меня нету денег. Мы не курим, не пьем. Еда у нас есть. Нету денег там таких, что хоп, я отвез на базар, купил зерна и себе, естественно, немножко оставлял. То есть сейчас до весны мы, как-то перебьемся, сейчас семку зарежем, продадим половину, уже деньги есть. Там купим кормов еще немножко, то есть вот так вот мы и крутимся. Сейчас брат мне заплатит, он же ж мне платит тоже ж деньги. Я ему сам сказал, говорю, будет работа какая-то, говорю,
предлагай мне, я обязательно приеду, потому что я ж, ну, парень такой, что если где-то заработать, я только за обеими руками и ногами. Так что, друзья, а если я пойду куда-то на завод, я же говорил, у меня в первых видео есть, где я делаю квартиру, я не могу. Я буду ходить на завод, но вот этого всего у меня не будет. Понимаете, я так не хочу. Ну, не знаю, у каждого свое в голове. У меня, я думаю, попробую здесь. Получится хорошо. Нет, я, в принципе, ничего не потеряю. Так что я стараюсь вот здесь, сюда, все силы вкладывать. Поэтому есть работа какая-то, шабашка, я работаю. Нету, я здесь занимаюсь. Поэтому... Друзья, это я ответил, мало ли еще кого-то будет интересовать. Так что такие вот дела. Всем огромное спасибо, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Всем пока. Все. Все, пока.